Ситуация по заболеваемости коронавирусом несколько стабилизировалась. 900 тысяч нижегородцев уже вакцинировались от коронавирусной инфекции, а у тех, кто уже переболел, выработались антитела. Все это способствует созданию коллективного иммунитета. По постановлению об обязательной вакцинации, порядка 4 тысяч предприятий региона привило более 60% своих сотрудников. Говоря о других инфекциях, в Роспотребнадзоре отметили, что Нижегородская область уже получила 3 вида вакцины от гриппа – одна для детей и 2 для взрослых. При этом период между вакцинацией от коронавируса и от гриппа должен составлять не меньше месяца. Прививку от гриппа лучше всего сделать именно в сентябре. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, изменился штаммовый состав вирусов гриппа, которые придут в этом году. Однако новая 4-валентная вакцина от них защитит.